Мы приехали в храм Wat Phra That Doi Kham, Temple of the Golden Mountain, храм Золотой горы. Вот, пешком сюда подниматься, наверное, не вариант. Поэтому лучше арендовать байк за 150-200 бат в городе. Храм построен в 1230 году. Как сделать так, чтобы аромат палочек разносился как на можно большую площадь? Ну, пару вентиляторов решают все вопросы. Вот смотровая площадочка. Чуть-чуть дымка какая-то сегодня. Вот, судя по всему, пешком как раз вот по этой лесенке. Ну, это первый уровень, похоже. Здесь туристы приносят подношения монахам с целью что-нибудь получить взамен. Вот столько всякого добра нанесли, уже не знают, куда девать. Вот. Ну, на самом деле, если приносить с целью что-то получить взамен, оно не работает. Надо просто принести от чистого сердца. Вот, так что, видимо, тут на рынке продают эти ведерки и их приносят. Мне кажется, монахам надо их просто по кругу пустить продавать.